Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Мы, наверное, будем продолжать прокачивать наших покемонов. Сейчас, пока что давайте... давайте хотя бы немножко очистим наш инвентарь. Немножечко. Так, идем сначала, у нас тут есть алмазы, вот... Тут у нас диски есть. Вот один. Так. Тут что-то. Вот это. Вот так. Сюда. Вот. И тут. Вот там покемон босс, я вижу. Вот он тут. Вот он, отлично. Так, ну, убиваем. Ух ты, нужно идти вылечить покемонов, да. Так. Идем и вылечим покемонов, ребята. И пойдем прокачивать дальше. Остальных. Да. Так. Кадабру. Ну, я не знаю, к какому уровню я буду прокачивать кадабру. Где-то к 40-му или 50-му. Где-то вот так. А потом уже можно будет ее эволюционировать. Его, да. Ну, Арона, как бы обычно, да, прокачивать, пока не прокачается. Сейчас мы, ребята, будем искать покемонов-боссов. Давайте все-таки поищем. В джунглях они более-менее, хотя не знаю как сейчас, но так, ну, никого я пока что не вижу, боссов нету. О, вот там есть, вот там какой-то есть. Сейчас мы, так, где ты, вот, отлично. А я вылечил, да, вылечил покемонов, что-то я как-то вроде шел, да, и что-то забыл. Так, ну, ух, ни хрена себе уровень. Вот, отлично. Так. Ух, нифига себе, сколько дисков. Так, давайте вот сюда куда-то, ребята. Тут никого. Извиняюсь, что-то горло или что это. Так. Тут кто-то. Тоже никого. Тут. Тут тоже никого. Давайте еще вот сюда и, наверное, пойдем в другие джунгли. Так, давайте еще вот сюда. Тут тоже никого. Еще сюда можно. Ладно, давайте идем куда-то вот сюда, в пустыню, например. Да. Нужен нам все-таки вот этот легендарный покемон, который тут спавнится. А по поводу Молтреса и Забдоса и другого, и другой птицы, я, если честно, даже не в курсе, когда их можно будет словить, когда как бы сделают, что они будут спавниться где-то и все такое. Ну, посмотрим. Так. Ух, большой ты уровень. Ну, давайте попробуем его словить. Если не убьем. О, отлично. Так, ультрабол. Нужен нам магмар, того же сайтера можно словить еще одного, чтобы эволюционировать его, их уже как бы в свои эволюции. Ну, через трейд-машину, но как бы я трейд-машину не буду использовать. О, отлично, словили мы магмара. Я их так эволюционирую, ну, посмотрим. Магмара мы уже прокачали, ребята. Напишите, пожалуйста, какая у него следующая эволюция, как она называется. Так, давайте еще пойдем куда-то вот сюда. Может, тут тоже кто-то будет, которого можно будет словить. Я, кстати, еще даже снежную биому не нашел. Капут. Ладно. Так, ну тут я тоже пока что вообще никого не вижу. Вроде вот в таком лесу тоже всегда куча покемонов, но сейчас что-то
Ладно. Пойдем и вот сюда, например. Или вот так. Вот сюда. На остров. О! Покемон босс. Отлично. Уф, там еще один, там еще один, еще один, еще один. Ни хрена. Ух ты, вот и, конечно же, очень какой-то. Кабу, да ты вообще ничего не сносит почти что. Этот Мьюту. Нифига себе, здоровило. Нихрен, ух ты ж. Да ну нафиг. Да он что-то такой жирный, что сдуреть можно просто. Капу, твою мать. Ах. Что-то он вообще... Да. Да ты, да твою ж ма... Кадабра, кадабра. Ну, кадабра точно его не убьет, да. Так как, в принципе, он маленький уровень, поэтому... Ах. Да все, как бы. Если его Мьюту не убивает толком, то уже как бы и нету смысла. Ну да. Ни хрена себе. Сейчас я... Вот. Иди сюда, зараза. Жирная такая, что... Да, действительно, мне тут что-то другое уже нужно поставить. Лакей-эг можно уже снять, в принципе. Капут. Так. Так, кто тут какой-то большой уровень? Вот, ты иди сюда. И ты тоже. Сейчас мы вас будем прокачивать. Ну, наших покемонов. Давайте, давайте быстренько. Так. Давай еще. Ну, да. А, ну кто это напал? Что-то так как-то. Так, наверное, сейчас мы идем поспим, ребята, так как уже темнеет. Кто тут еще? Кто тут? Ух, куча вас всяких тут. Так. Тут больше вроде никого и нету. Вот, тебя еще можно. А, он в бою. Давайте. Ты какой уровень? 24-й. Нет. Ты какой уровень? 29-й. Ну, пошли. Ну. Так. Идем мы сюда. Тут может кто-то и будет, может. Кого, в принципе, можно и словить. Ну, пока что я, в принципе, никого не вижу. Так, ты как? О, ты большой уровень.
О, игли. Ух, кто там бегает? Так, ты где? Ай. Более так интересно, как ты успел напасть, если я в тебя же покебол выкинул. Ну, как бы кинул в тебя, не кинул, как бы пытался тебя словить. Да, я словил игли бафа, он на меня напал. Я еще раз. Неужели это баг? Неужели это баг? Сейчас мы идем домой. Прикиньте, если мы двух игли бафов словили. Или как он там называется? Игли баф. Игли буф, игли баф. Прикиньте, если мы двоих словили. Багом. Охренеть, ну и баг. Я как бы пытался его словить, да, вот так кинул в него покебол, и он как-то на меня сумел напасть. Но он уже как бы был в покеболе, да? Я потом еще раз нажал его словить, и как бы он словился первый раз, и потом еще через второй раз словился, и словились два иглибафа. Офигеть. Да. Так, ребята, давайте идем поспим. Да, небольшой такой баг. Так. Ух ты, кто тут? Лампочка. Бегает тут. Так, идем поспим. Ай. Вот так. Кого еще тут можно словить сейчас будет? Словить или прокачать? Давайте еще раз в джунгли пойдем. Так, тут никого. О, вот там кто-то есть. Так, где ты? Вот. Сейчас мы тебя. Ну. О, Аарон уже эволюционирует, а отлично. Давай. Ну, Лейрон, вот он. Так, что, уже места нету? О, там еще один покемон босс. Только он опять под землей. Ух, наша кирка уже почти что сломалась. Ну, я думаю, мы ее отремонтируем. Или с помощью того же уровня, или с алмазами. Вот, отлично. Вот так вот. Ну. Ух, нифига себе. Ух, опять на... Так. Это что, еще один? Вот так. Все? Да. Так, ну тут, в принципе, у нас есть гравий. Но больше ничего нету. Вот так. Вот сюда. Там у нас тоже... У меня такое чувство, что мы тут уже были. Фиг его знает. Мы в столько шахтах уже побывали, что... Нет, тут нифига нету. А, нет, все-таки есть там проход какой-то. Да, все равно вот так вот.
Вот тут у нас вот так и вот так. Ага. Сейчас, может, еще что-то не найдем. Там тоже какой-то проход. Ой, тут еще что-то есть. Какая высота? 15-я. Ладно. Пойдем еще вот сюда. Ух, там вроде нифига нету. Давайте еще вот сюда. Сейчас я просто посмотрю, может тут вдруг что-то и будет. Поэтому... Нет, нифига тут нету. Идем мы вот сюда, ребята. И давайте, в принципе, на этом уже заканчивать. Все, ребята, на этом мы заканчиваем этот эпизод. Можно уже закончить, или давайте еще вот этого убьем. И я там еще какого-то покемона видел. А, нет. Так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.